Сегодня у нас проходит очередной день первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. У нас здесь принимают участие 8 регионов дальневосточных. Амурская область, Республика Бурятия, Приморье, Сахалин, Камчатка, Магадан, Хабаровский край и Якутия. По итогам подсчета командных результатов у нас происходит отбор на первенство России среди юношей и девушек этого возраста. И первая, вторая команда у нас представлять будут Дальневосточный федеральный округ на первенстве России. Все понравилось, трасса была очень хорошо подготовлена, все было хорошо, и я заняла первое место. Я всю трассу как бы старалась идти одним темпом, мне немного подсказывали, я шла лидером. У нас в Хабаровске практически нету трасс, у нас одна трасса, и там очень маленький круг, поэтому здесь трасса просто суперская. Здесь, во-первых, очень хорошие подъемы, длинные, рабочие, у нас таких в Хабаровске нету. Ну и, в принципе, сама трасса намного сложнее. По сегодняшней гонке не очень. Мне было тяжело, я, наверное, не отошла от спринта. Мне было трудно очень бежать. Мышцы все были забиты, слабость, вялость, не чувствовала скорость. Заняла и 3-е место, 25 секунд проиграла. У меня была возможность отыграть на 2-м кругу, но мне стало еще хуже, и я что-то не смогла потерпеть и пробежала плохо. Планы, вообще попасть в юниорскую сборную, там потренироваться с ними, показать хорошие результаты, пойти дальше. Вслед за ней у нас дебютировала половина. Сегодня около 100 спортсменов оспаривают титул сильнейшего из 8 районов Сахалинской области. Борются взрослые в чемпионате, мужчины. Приятно, что борется немало мастеров спорта. Ребята, старая гвардия, скажем так, которые когда-то себя зарекомендовали очень хорошо. И первенцы Сахалинской области, юноши, девушки до 18 лет. Это отбор на чемпионаты первенства Дальневосточных федеральных округов проходит. Первенство до 18 лет пройдет в городе Благовещенске уже в первой половине февраля. И чемпионат федерального округа, Дальневосточного федерального округа, будет в Улан-Удэ, Бурятии во второй половине февраля. Также по итогам этих соревнований будет укомплектована сборная команды Сахалинской области для участия в федеральном округе.
этот турнир для меня очень важный, потому что это отбор на ДФО, а после ДФО, если я выиграю, полечу на Россию, буду выступать и защищать КМС, либо мастер спорта, как бы получится. Готовился усердно, потому что надо было гонять вес 4 килограмма. Очень мало сил, но стараюсь выложиться, чтобы победить. Соперник был не очень сильным, попадался на одни и те же ошибки. Делал типа проход в ноги, но я был быстрее его и выиграл его 10-0. Сегодня у нас второй соревновательный день, дисциплина «Слалом-гигант». Это второй и третий этапы Кубка Федерации Сахалинской области. Участвуют сильнейшие спортсмены возраста U16, то есть это дети 14-15 лет. Среди них сильнейшие, которые выезжают на всероссийские соревнования. Среди них сильнейшие, которые поедут сейчас далее на первенство России, далее на «Дети Азии» соревнования. Они себя, как раз эти дети, сегодня и проявили. Но трассы многообещающие. Оно хорошо подготовлено, довольно-таки твердое, и нет никаких ямок и неровностей. Однако постановка трассы оставляет желать лучшего. Первая попытка была, я думаю, довольно-таки сложной и непростой, но мы все равно все справились. Осталась вторая попытка. Дело за борьбой и дело за нашими способностями и силами. Прошло все очень хорошо, но правда снег был немного мягкий. Если было бы чуть-чуть пожестче, то было бы получше. Но сегодня я приехал первый. Как я этого добился? Надо просто упорно тренироваться и не сдаваться, и тогда все получится.
Оба серьезные, постоянные лидеры в нашем округе. Ну, в общем-то, равные. Эмоции всегда яркие, всегда на позитиве. Держусь, болеем за наших. Достаточно напряженная обстановка, потому что не знаешь, что как бы, как обернется дальше игра. Но надеемся на лучшее, надеемся, что сегодня наши одержат победу. Острые, и туда, и сюда играли ребята. И оборона, и атака была. Но в конце чуть не повезло. Провалили третий период. Не сыграли строго на своих местах. Отсюда ошибки. Провалились контратаки. Получили ненужные голы совсем. Ну, естественно, выводы будем делать. На завтрашнюю игру будем по-другому настраиваться. Будем ребят настраивать по-другому, чтобы от первой до последней секунды играли в хоккей, который нам нужен. Команда